Воруют абсолютно все. Все, что только можно. Выносят все. Вот. В пакетах, в тележках. Все выносят. Вон. Человек 8. Понимаешь, куда бросили этих пацанов? Так, подними нам, смотри. 15 лет. Что там, блядь? Чтоб не думали, что это хуйня какая-то. Тушенка, хуенка, короче, блядь, просроченные пайки. Вот ваши, смотрите. На меня поднимай. Блядь, не поднимай хуй сам, блядь. Такое. Российские солдаты, блядь, обращаюсь к вам. Вам и, наверное, вашим матерям. Какими надо быть дебилами вашим генералам, чтобы, блядь, снабжать свою армию просроченными пайками? Сейчас февраль 22 года. Вы в Украине. Вы погибаете в Украине непонятно за что. И вас еще, блядь, снабжают вот этими, сука, просроченными пайками. Матери российские, заберите своих детей отсюда, пока мы их не побили тут всех, блин. Пока они не сгнили тут все. Мало того, что будут убиты, еще будут обосранные лежать тут.